Ну что, дорогие друзья, после следующего боя у нас состоится аукцион нашей огромной перчатки. Ох, перчатка пока славы. Что я с огромным удовольствием объявляю тяжеловесов. Ох. В красном углу представитель и тренер школы бокса номер один. Весовая категория до 95 килограммов. Андрей Молот-Колотнев! Вот это концовочка! А концовочка у нас обещает быть жаркой. В синем углу многократный участник стрелки. Представитель клуба «Авангард». Весовая категория до 95 килограммов. ВДВшник Асиф Абдурахманов! Ого! Вот это колоритная фигура, Александр! Вот этот бой будет жесткий! Боец. Этот бой должен быть жестким! Что у него там? Я так понимаю, у него там должна быть какая-то кобура, пистолет спрятан или нож. Да. Вообще ни о чем. Боксер, вот уже плывет, посмотри на его бок. Правила помню, не нарушаем. 3 по 3. Это ваше время. Открытые перчатки, не держи пояс. Любим, уважаем друг друга и слушаем меня очень внимательно. Уважаем, до дома провожаем. Руку жмем и провожаем. Бой тяжеловесов. О, серьезные ребята. Андрей против Асифа. Готов? Готов? Бокс? Вот это будет бокс, Саня, смотри. Каждый удар может стать последним. Да, парни тренированные, парни заряженные, тяжелые, шлепнешься сильные, мощные. Шлепнешься на жопу, даже не заметишь, как просто опытные. Случилось. Смотри, 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 четенько, четенько, еще даже не на друзья, удара. Давайте покричим, один из самых ярких боев сегодняшнего вечера. Бэ. Очень опытные, очень большие, тяжелые спортсмены. Давайте еще громче. Выцеливают прям, да, смотри? Да, осторожничают. Разведки нет, осторожничают, не знаю даже, парни. Куда уйдет, а просто выцеливает. Хорошо. Встречает Асиф Андрея. О, как удар, как-то, да, как-то как клешней сверху. Ой, левый, неприятно. Руки опущены. Ну, это пока первый раунд. Такая небольшая разведка. Разведочка, активная. Да? Разведка боем, Александр. Ну, Андрей пониже ростом, поэтому будет сближаться с Асифом, Андрею чтобы работать. Надо обязательно сближаться, конечно. Своей дистанции. А в этой весовой категории каждый удар может стать последним. Конечно, такой жесткий прилетит 100-килограммовый ударчик. Асиф, конечно, повыше, ему надо работать с дистанции. Ну, у него Асиф длинная пытается, рука. Видишь, время отступать вторым номером, но как-то пока не это самое. Ну, в любом случае, парни, никто не жмется канатом, парни работают по центру ринга. Да, это правильно. Ух, размашисто бьет. Да, пытался Асиф вложиться в удар справа и сбоку. Размашисто бьет и... Перед ударом сильно заряжается на удар, тем самым показывая, что будет бить справа. Тыдыщ. Андрей все время поддавливает своего соперника. Оба очень собраны. Асифу надо почаще встречать своего оппонента. Бах, хороший чтобы левый. Чтобы не давать рвать дистанцию. Размен. Вот дистанция разорвана и сразу Асиф. Пошел ближний бой. Вот здесь, передний, сбивай передний. Вот так, левый вперед. Больше передний. Больше джеба. Вот хорошо, так, чаще смотри. Левый, конечно. Услышал. Александр, они меня слышат, мне кажется. Естественно, бойцы, Александр, есть, вы телепат у нас телепатическая связь управления людьми есть. Джебик, конечно. Бам-бам, хорошо. Ох, Андрей добрался до цели. Ой-ой-ой. И левый закинул в голову. Да, прямолинейно очень идет Андрей. Надо замаскировать как бы свою атаку, спрятать ее. Да зачем замаскировать? Надо подойти и мочить. Да, и наколдырить ему, как говорится. И наколдырить, как да. говорится. Так. О, хорошо, ну Джек. Хорошо, в голову справа. Чья концовочка? Хорошо, опа. Хорошо работает правой рукой.
Андрей работает размашисто, но не... Ах, Андрею раунд. Не хватает, смотри. Ну что, молодцы, помню, парни, накалили страсти в зале. Помню еще эти, так сказать, раунды с Андреем, когда он бился против других соперников. Они были пониже ростом и были чуть-чуть поменьше его. Он там был просто король. А сейчас он встретился с более высоким соперником и сразу как-то немножко обмяк. Конечно. Попробуем-ка поработать с высоким длинноруким парнем. И вот этот неприятный джеб в голову постоянно левый. Бам, бам, да, бам. Да. И заряженная правая рука. Очень неприятно, конечно, Андрею сейчас. Но молодцы, что, хорошо работают. Работают по классике. Почти надо Осипу встречать левой. То в голову, то в корпус. Ну, в принципе, Осип занялся этим плотно. Секундантный зарыв. Дали капу боксера. Секундантный зарыв. Да, напряженочка, Александр. Ну что, второй раунд. Второй раунд. Нас Бокс. Ждет второй раунд. Андрей против Осипа. Ну что? Вот, все, четенько, смотри. Сразу ловит джебом. Конечно. Тыкай. Как, вот так вот Андрей проходит вперед, пытается залезть прямо вниз, но ничего не выходит. Тяжело, сложно, конечно. Конечно. Такой высокий противник. Аккуратненько его надо ловить на чем-то, да? Все равно надо идти вперед. Вот так. И справа, смотри, справа его прогоняет. Отгоняет от себя с правой. Андрей как-то не довершает. Андрей заходит, но не довершает атаку. Конечно. Надо дальше продолжать бить. Развивать атаку, естественно. А зачем смысл сближаться? Смысл залезать туда, да? Да. Чтобы там остаться самому под градом ударов. Вот, что надо делать? Бить. Почему Хорошо. Он не бьет? Почему он не бьет, я не понимаю. Такие удары какие-то мягкие, размашистые. Он ждет нужного момента, Александр. Для того, чтобы удар был наверняка. Вот так, хорошо правой. Хорошо. Серьезный бой, Александр, серьезный. Да. Вот так левый джебчик, правый в голову. Хорошо встречает. Сбоку Андрей. Андрей низковато держит левую ручку. Конечно, надо лучше держать ручку выше. Андрей все время проходит, пытается с ударом влево, потом уходит. Да, а он на это, Осипов на этом ловит. Сразу же вниз бьет правой рукой, даже не смотря. Хорошо. Джебчик, да, нужен джебчик. Ой, Андрею тоже нужен джеб, на самом деле. Он не бьет прямо. Ему нужно бить прямо все равно. Даже если у тебя короче руки, все равно бей прямо. Андрею надо чаще показывать левой рукой. Андрей пытается убить все время какими-то ударами сбоку все время. Только одни сбоку удара, да? Все, больше ничего. Конечно, он начинает атаку, не подготовив ее. Вот он нырнул туда, и что дальше? Что добился-то? Клинч. И что? Брейк. А, брейк. Конечно. Отлично. И опять надо врываться. Громче. Все по новой. Снова вход. Ну, Александр, знаешь, не всегда получается клинч. Получается, иногда джеб в голову. О, пошел в атаку, смотри, отлично, да, и нарывается. Ударить в серию Осип, но оп, очень размашистые удары. Брэк, разошлись. Бокс! Вот так. Вот так, да. Ага, пропускает слева и справа еще. Ну что? Нет, ударов снизу. Нужен удар снизу, апперкоты, где они? О, хорошо хлестнул Андрей, но не попал. Не попал, апперкоты нужны. Оп. Тяжелый вес, Александр, они вымотались, смотри, оба. Да не должны. Тем более не забывайте, у Осипа большой опыт в смешанных единоборствах. Вот прилетело Андрей от Осипа. Опа, Андрей пролетает мимо. Каждый зарядился и не попал. Так, ага, Андрей пошел ну что, в атаку. Началось? Андрей бьет размашисто и не попадает. Чья концовочка второго раунда? К сожалению, не попадает вообще. Бокс! Стоп! Андрей не бьет по корпусу вообще. Да. Мало работы по корпусу, да, Александр? Да вообще маловато ударов в исполнении Андрея. Вы заметите, как раньше другие били по корпусу, было гораздо эффективнее. А сейчас вроде как здоровые ребята думают, ну сейчас я ему в голову. А на самом деле нужно осадить корпус. Осадил корпус, победил. Сбил дыхание, еще что-нибудь. А так получается что? Не дотянулся каждый, и все? Каждый заряжается на один единственный удар. Молодец! Но бой все равно хороший. Хороший развал.
Секунда, ты за ринг. Капу дали боксерам. Капа. Капа. Ну, отлично, хорошо. Финальный раунд. Хорошо. Готовы, бокс. Хорошо подготовились, ну, к бою. Финальный раунд. Будет тяжеловесом. В общем, поддержим. Ага, пошел в контратаку корпус. Андрей. Нужен корпус, Александр. По корпусу ударов я вообще не вижу. Андрей, корпус бей. Парни хотят сразу вот и наверняка. Да, наверняка, наверняка. Зачем нельзя. Отпускает? Вот сблизился Андрей и опять рвет дистанцию. Опа, так, достает вот чуть-чуть. Уже поинтересней, посерийней. Правой надо бить. Ого, стоп, стоп. Асиф, внимательно, устное предупреждение. Удары с разворота, это плохо. Асиф вспомнил, что он боец смешных единоборств и ударил с разворота. Асиф, в ноги проходи, в ноги. Устное предупреждение. Ну что делать? Ну что, нормально, бывает. Ребята, бьют. Хорошо. Андрей идет в атаку без удара. Смотри, да? Саш, без удара идет Андрей. Да. Получает в голову постоянно. И постоянно отходит. Андрею надо либо идти клинч. С ударом. Что же он делает, а? Ну, парни, соберитесь. Третий раунд. Вот. Ну, еще размен. Хорошо, поработайте. Вот это Рубилова. Парни, пора. Начинается Рубилова нормальная. Не-не, парни, это немножко не та тема. Не держим, не захватываем. Бокс. Хорошо поддерживают парни. Отлично, адреналин. Бей снизу. Хорошо, прижал стоп. Ручки. Асиф не дает работать Андрею. Брек. Внимательно. Бокс. Снизу, апперкот. Ну что, работайте, парни. Молодцы. О, пара боковых в исполнении. Размашисто Андрей холод бьют. Не доходит до цели. Очень размашисто бьют, конечно. Бокс. Джебчик, джеб. Ну, кто кого? Вот хорошо это ушел. Да. Это уже что-то из... Да? Да, это что-то из другой техники. Пошло Рубилова. Мы слышим хорошие плюхи в исполнении Андрея. Уже раз на раз. Джеб делай. Ну, парни. Парни, концовочку. Дайте концовку. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Внимательно. Без борьбы. Бокс. Ага, вспомнил Андрюха, что есть корпус. Два удара наконец-то по корпусу. Наконец-то корпус, и да, начал, Рубилова, даже начал нечего сказать. Начал с корпуса, вот. Хорошо бьются. Печень и переводит на голову. Настоящая, ну что, Рубилова. Да, устали, парни. Какое напряжение. Еле стоят на ногах, но стоят. Да, нормальный бой. Называется чего бой насмерть. Очень громко аплодируем. Это был очень яркий бой. Да, для Асифа это, конечно, отличный опыт. Да. Отличный опыт именно такой боксерский, где надо только руками драться. Единогласным решением судей побеждает боец в красном углу Андрей Молот Колотнев! Школа бокса номер один! Да, тяжело, конечно, тяжело им. Тяжело борцам на ринге, тяжело. Ну что же. Хочется прихватить ножку и забрать ее с собой. Да, но это немножко не тот случай. Да, но здесь были только руки. Немножко не тот спорт, чтобы бросать и прихватывать ноги и руки. Не, ну хорошо, хорошо, молодцы. Держались до последнего, держались четко. Даже, заметь, как он хорошо дрался в начале. Он держал четко дистанцию, бил джебом, встречал правый, постоянно провожал правый. И было все четко. А потом что-то случилось, ну непонятно уже. Может быть, не успел переключиться. Перестал. Перестал работать вторым номером и начал атаковать как-то. Мы соперники, спасибо. Мастерство мы показываем тут, на ринге. А за рингом никто не может доказать, кто сильнее. Тоже выступайте на посте, стрелки. Везде выступайте. Всем вперед, спасибо всем.
Вот это слова, да! Молодец. Вот это речь. Асиф, мне кажется, ты вообще поблагодарил зрителей за присутствие. Асиф, пламенный оратор. Мне кажется, ты чуть не простудил. Тебя правым боковым пару раз так просвистело, что ветром, вот, по-моему, первый ряд аж сдуло. Нет уже даже никого. Да, я еще забыл. Забыл. Тренеру Дмитрий Авангард. Спасибо школе бокса номер один. Асан Сергеевич, всем спасибо. Да, удары надо точнее, ребята. Будем ставить удары, покажут класс. Я жду реванс. Договорились. Ну скажи, мне такое ощущение, что сегодняшний бой — это как раз тот случай, когда бокс выходит за рамки техники. После долгого простоя вернулись, восстанавливаем дыхание, техники вспоминаем. Смог восстановить дыхание в бою? Потихонечку, да? Чуть-чуть. Соперник отличается второй раз я выиграю, потому что это моя территория. Он боец, ММА, борец, а я боксер. В жизни, в душе я боксер. Школа бокса номер один. Но все равно, скажи, не все. Вот такой четкий аргумент в исполнении Андрея. У меня есть сильный характер, но мой характер сегодня победил. Так что приходите все к нам. Александр Сергеевич Морозов, Алексей Сергеевич Рогалев. Стас, это ты их пригласил? Нет, Александр Сергеевич. Тренера, приходите к нам в школу бокса. Просто занимайтесь спортом, любите. Вот это правильно. Про жизнь, любите друг друга. Да, отличная пропаганда правильно. Спорта, спасибо, и буду тебе повторять я неоднократно. Понятно. Надо заниматься, ну, надо рваться в бой, Владимир, тренироваться, и все будет хорошо. Отдохнуть.